Меня зовут Сергей Александрович, это район Рассудово. Сын купил участок, встал вопрос о воде, все поизучали и решили делать скважину. По рекламе буквально вот посмотрел, нашел Экобур-систему, почитал отзывы, все как-то складывалось. Позвонился, мы пообщались, рассказали. И все согласовали, приехали ребята. Я заказал, это, как она называется, маленькая техника, как она там называется, да, не помню это слово там правильно. Ну, приехали, вообще участок не повредили. Это самое, она чуть дороже, конечно. За два дня 57 метров пробурили, все, остановились, прокачали. Вот. И сегодня вот приехали ребята, закончили этот весь вопрос, поставили кессон, все туда дела, там фитинги, митинги, насосы. Вот. И меня все устраивает, потому что все по договору, как бы договорились, приехали, сделали вовремя, а дальше посмотрим, дальше все уже время покажет.